Когда началась война, они защищали меня. Заботились обо мне лучше, чем люди. Они не люди, Майя. Их так запрограммировали. 10 лет назад искусственный интеллект, созданный для нашей защиты, взорвал ядерную бомбу в Лос-Анджелесе. Это битва за наше существование. Сержант Тейлор, мы близки к победе в войне. Но нейросеть разрабатывает супероружие. Выкрадите его. Или они победят. От режиссера фильма «Изгой-1». Вы нашли оружие? Да, это ребенок. Вы попадете в рай? Нет. Лишь хорошие люди попадают в рай. Значит, мы одинаковые. Нам не попасть в рай. Ты не хороший. А я не человек. Ты хоть понимаешь, что это? Сейчас она выглядит как девочка, но она растет. Тот, у кого этот ребенок, победит. Ты на чьей стороне? Чего ты хочешь, милая? Чтобы роботы стали свободны. О, у нас в холодильнике этого нет. Может, мороженого? В сентябре. Смотрите в кинотеатрах.